Ну вот как-то так я расположился. Подложил под низ еще здесь такая вот пледик. Он в машине лежит всегда. В ноги положил сидушки туристические, потому что очень боюсь за вот этот вот коврик. У меня есть еще один такой коврик оранжевый. То есть я купил сначала оранжевый, точно такой же. Он мне очень понравился, и через некоторое время я купил еще один синий. Так вот, оранжевый он спускает. Спускает, не знаю, то ли я проколол его, то ли он где-то по шву разошелся, не знаю. В отзывах люди пишут, что тоже спускают. Пытался найти место, где спускает, пока что не нашел. И очень жалко, если второй коврик тоже проколю, поэтому буду крайне осторожно с ним. Не знаю, коврик очень классный, потому что он легкий и компактный, то есть он помещается, ну, я вам показывал, куда он помещается, то есть вот от него чехол, вот, буквально чуть больше ладони, как полторы ладошки в длину, ну и полторы ладошки в ширину. То есть его очень удобно брать с собой, но опять же, я его использовал, получается, клал его на что? На пенку, чтобы защитить. Ну и в палатку, просто на пол. Здесь же сучки всякие, шишки, боюсь я за него. Ну и поэтому вот подложил все, что можно. И спальник Nature Hake, коврик тоже Nature Hake. Он большой, то есть, ну, видите, температура комфортно плюс 15, и лимит плюс 8. Вот размеры 205 на 85, то есть он увеличенный. Я себе специально покупал большой, он пошире и подлиннее, чтобы более комфортно мне было спать. Так. Сейчас у нас снова 29 августа. Были холода, были дожди. И вот уже второй день, жара. Днем было 33, 32, 33. Сейчас тоже около 30. Сейчас уже, ну, под вечер я приехал со всеми этими манипуляциями. Полшестого. И жарко. Костер разводить, не знаю, буду, не буду. У меня есть щепочница, я ее и уже испытывал. Ну, так, средненько. Для тепла костер особо не нужен. Есть я тоже не хочу. Взял с собой тушенки, кашу перловую с говядиной. То есть, ну, моя любимая. Ой, вот она. Перловка с говядиной Курганского мясокомбината. Очень вкусная, питательная. Можно есть не разогревая, можно чуть разогреть на щепочнице. Ну, чаек по-любому вечерком попью. Конечно, у меня тент пончо-то такой хаки маскировочный. А все остальное яркое. Оранжевый спальник, ярко-синий коврик. По идее, мне бы в другую сторону развернуть, чтобы, ну, вон в той стороне дорога, грубо говоря, чтобы с той дороги меня было меньше видно. Ну, хотя, если меня будет видно, то уже ничего меня не спасет. Машину тоже будет видно. Что я сейчас буду делать? Да не знаю, наверное. Полежу, отдохну. И о чем-то хотел поговорить. Да, видео в таком, в моем любимом лайв формате. Такой формат чукчи, что вижу, то пою. Правда, не знаю, как буду монтировать. Последние годы я снимал на телефон. И с телефона же выкладывал без всякого монтажа. На телефоне есть небольшая прога, которая может склеивать видосы. Короче, мини-редактор. Но там проблемка
когда она склеивает, она сохраняет на сам телефон. Флешка-то, SD-карта, там полно места, а вот настроить программу, чтобы сбрасывать, чтобы сохраняла эта программа на флешку, я не нашел где. Но это пробная версия, возможно, в ней нельзя. Бесплатная версия. А так она сохраняет на телефон. И если небольшие ролики, то это получается. Вот длинные ролики, не хватает места на телефоне для этого. Вот, поэтому не знаю, как буду склеивать. YouTube тоже не дает склеивать. Раньше было милое дело, накидал YouTube роликов и там же склеивал. Сейчас гады все это прикрыли. Не знаю, может быть, как-то буду либо вот этими отдельными роликами выкладывать, либо что-то пробовать. Ну, до следующего включения.